Is it lonely where you are? In there. Does the darkness know your name? Does mine? What's up? Can you feel? She said her blood turns to ash. Всем доброго вечера, дорогие друзья, точнее доброй ночки. Сегодня у нас будет в эфире Silent Hill Origins. Так что, товарищи, всех приветствую на канале. Всех рад видеть. Приступим. Постараюсь озвучить, так сказать, игру профессионально. И, так сказать, как следует. Ну, товарищи, игра 2007-2008 года, так сказать. Апортирована на PlayStation 2 спустя год. Так что игра довольно интересная. Я думаю, вам понравится. И в принципе, мне, я думаю, она тоже еще больше понравится, потому что проходил я очень недавно. Так сказать. Так, 4 на 3. Выбираем формат. Привет, Химилак. Привет, Буба. Всем привет, товарищи. Silent Hill Origins. Так, ну что, начинаем, товарищи. Продолжение загрузить. Помощь. Подсказки поисками. Трэвис будет находить карту местности, мест, которые он посетил, эти карты.
Третий всегда будет смотреть на интересные объекты. Это вам поможет вам замечать важные, что важные, предметы во время вашего поиска. Нажатием на крестик она будет стоять напротив объекта для действия с ними. Чтобы атаковать врага, нажмите R1, чтобы встать в боевую позицию. Вы прицелитесь во врага, когда он будет близко, нажимайте на левую и правую кнопку. Управление для изменения своей мишени. Когда вы нанесете достаточно повреждений монстру, он упадет на землю. Если он останется один, он встанет снова. Чтобы не допустить этого, вы должны добить его, пока он еще на земле. Чтобы выполнить движение, добивайте добивание, отпустите R1, нажмите крестик, когда будете вот упавшего врага. Введите к своей мишени левым стиком, нажмите на крестик, чтобы выполнить атаку. Вперед часто эти атаки имеют большой радиус действия или большие повреждения. Нажмите крестик в левой стойке, чтобы пройти очень мощную атаку, отпустите крестик, чтобы атаковать мишень в зоне действия. Ага. Есть очень много больших тяжелых предметов в тихих холмах, которые можно применить как оружие. Например, печатная машинка или небольшой телевизор могут нанести много травм. Большие вещи можно вытянуть и в далеких врагов. Зажмите крестик, выбрав свою мишень, затем пустите, чтобы метнуть предмет. Дома и улицы тихих холмов просто переполнены предметами, которые могут наносить повреждения. Деревянные палки, вилы и даже оружие. Чтобы поднять оружие, нажмите на крестик, когда стоите возле него. Вы можете одеть оружие на экран вашего инвентаря, нажмите на Select, или же вы можете сразу одевать свое оружие после подъема, просто нажав на кнопку вниз, оружие появится прямо в руках тревиса, который вы действуете. Путешествие по тихим холмам тревиса обнаружит два отражения одинаковых городов, покинутые пустынные улицы туманного мира и темные опасности, опасный кошмар, который скрывает в мире ином. Тревис может применить зеркало, чтобы двигаться между мирами. Станьте напротив зеркала и нажмите на крестик, чтобы войти в другой мир. Зеркало работает в двух сторонах, и их можно применять многократно. Тревис теряет энергию, когда бежит, атакует или после схватки с монстром. Если он теряет слишком много энергии, он будет истощен. Когда он истощен, Тревис будет бежать медленно, и его шанс нанести успешный удар снизится. Чтобы восстановить силы, Тревис должен отдохнуть. Также вы можете применить напитки для мгновенного притока силы. Некоторые монстры будут хватать Тревиса, если будет близко. Во время этих схваток Тревис должен действовать быстро, чтобы избежать травм. Есть два вида захватов, и каждый требует своих действий. Когда вы видите иконку с стрелкой над ней, вы должны нажать на кнопку как можно быстрее. Если над иконкой нет стрелки, кнопка пульсирует, вы должны успеть нажать на кнопку, чтобы защититься от атаки. В поисках Тревис будет собирать много предметов разной формы и размера. Эти предметы будут храниться в его инвентаре. Нажмите цель входа в инвентарь, вы можете посмотреть категорию предметы. И когда вы выберете предмет, нажатием на просмотр доступных действий, вы можете исследовать предметы для поиска данных или одевать и заряжать оружие. Некоторые можно применить. Если вы хотите применить предмет, встаньте где вы хотите его применить и выберите применить в инвентаре, так можно решать много загадок. Понятно. Ну, инструкция понятная, в принципе. Вот это я не прочитал спуском, то есть так, очень сильно пригодится там тут. То есть будет делать важные пометки, предметы, в дверях, на карту, которую он нашел, проверьте нашу карту, если вы потеряете или не знать, куда идти. Понятно, в общем-то. Ну что, давайте начнем. Новая игра. Субтитры оставлю включенными, вибрация пусть тоже будет. Погнали. Кто здесь? Это ты, дружище? Такой большой! Трэвис, сукин сын! Что ты делаешь на дороге? Еще удивил. Увидимся. Я думал проехать через Silent Hill. Сделал остановку в Брамсе, выпил кофе. Меня ударили. Я до сих пор снятся кошмары. Я же говорю, что здесь много девушек. Спи с подругой в своей машине. Наверное, я еще не нашел свою девушку. Если бы ты не шлялся, где попало. Знал бы, как найти.
Эй, дружище, я хочу показать тебе, как надо. Не надо, мне все покажет моя девочка. Она все знает. Она еще с тобой? Конечно, еще увидимся, Трэвис. Успокойся. 10 часов, увидимся. Трэвис Грейди. Брамс, 13 миль. Да, Буба, я знаю, даю Майкрай серию. Только первую часть играл, остальные вообще не играл. Который сыпет на тебя тонны врагов в комнату и где начинает надоедать, еще джойстик ломает. Ну я помню, да, первую часть-то я играл, вроде помню. Так, как видите, наш товарищ вышел проверить, что происходит вообще, кто это был. Эй, вернись. Так, вот началась игра. Давайте осмотримся, что ли. Наш грузовик, кстати, тут стоит. Это девочка, я ударил ее, я должен встретиться с ней. Давайте встретимся. По грузовику уже ничего не сделать. Я тебе, в общем, после стрима расскажу про игру, которую впечатлила. Окей. Окей, буду. Так, в общем, идем за девочкой. Оставляем грузовик тут, получается. Тут что еще прикольно, субтитры сделали, как в кино как будто. Конечно, мало ли не хочешь, скажешь, но твою игру не надо. Да интересно послушать, почему нет. Я потом после стрима тебя узнаю, что да как. Что там тебя впечатлило так сильно. Ну, кстати, тот саундтрек, который играл. Что мне там не так видно? Слишком плохо. Позади своего жанра я действительно сделал лучше очень качественный сюжет подкачал. Ты про какую игру? Yeah.
включает его сильнее, как из обычного. А что там, полоску видно? Интересно, папа, расскажи потом, я послушаю. Так. Что, машина стоит, что ли? По-моему, что с ними сделать? Так, один момент. Там говорю, что у меня там полоска. Рабочество, параметры, выбрать область. По идее, у меня полоски нету внизу. Не знаю, кто там откуда увидел полоску. У меня лично никакой полоски нету. Короче говоря, мы уже пришли к Silent Hill, как я понял. Окей, сделаем. Когда надо. Я даже выяснил, что черные полосы. Но это так сделана игра, если ты об этих черных полосах, это в игре так... сделано. Я если вы уберете полосы, там будет видна панель задач. Это же эмулятор, это же не сама игра, которая цепляется эмулятором. Эмулятором не ОБС. Так, еще идем дальше. Чего тут такого не было? Not fog. Дым, боже мой. My God. Тетка злобно ухмыляется. Someone's in there. Кто здесь? Немножко неправильный перевод. Так сказать, по смыслу. Конечно, один и тот же смысл, но немного неправильный. Дверь чем-то завалена, не открывается. Так, вот в здании все горит. Нам приплыли. Так, ищем, короче, что тут, кто тут горит. Дверь чем-то завалена, не открывается. То же самое. Закрыто с обратной стороны. Так, здесь можно бежать, это уже хорошо. Поднимаемся наверх. Так. То же самое. То же самое, все закрыто. Так, мы попали в какой-то дом. Все горит пламенем, непонятно почему. Явно его кто-то поджег. Привет, Фэкт. Здорово. Надеюсь, на канале. Так, ну и что там у тебя, Буба? Ну, не знаю. В общем, про полоски это что-то ты имеешь в виду. Здесь тем более не видно на нормальных чатике. Но это не исправить. Я это пробовал уже исправлять, это не исправить. Это все из, как бы, из эмулятора. По-другому не захватить эмулятор. Может кто-то и может, но я не знаю, я не могу. Я там пробовал. Так, сейчас надо понять, кто тут горит и что тут происходит вообще. Горит дом, в общем, кто-то кричал,
Ага, вот что-то есть. Так. Не трогай меня. You're coming with me. Ты пойдешь со мной. Это Хьюмич выделил внимание, а ты его сверни, с чатики открой, видишь сразу в полном размере. Но я видел, я помню, о чем ты говоришь. Внизу большая жирная то черная полоска. Ее не исправить никак, я уже объяснил. Это уже просто от другого зависит. Если есть возможность захватить чисто как-то эмуляторную игру, то после стрима напишите, пожалуйста, я, конечно, сам посмотрю, что с этим можно сделать. Так, вот мы нашли какую-то девчонку обгорелую. Все исправляется, да, все исправляется. Там еще слева и справа легкие полоски тоже. Ну там полоски, не знаю. Ну, эти полоски это в эмуляторе уже. Объясняю, это в эмуляторе. Это уже разрешение экрана в эмуляторе. Кем по захвату рассмотрел экран. Если что, можно обрезать полоску фильтра. Короче, потом это сделаем, сейчас этим заниматься не буду. Потом мне скиньте, пожалуйста, если есть возможность у вас настройку, как это сделать. Я все исправлю, как без проблем. Сейчас просто сами поймите, с этим возиться не стоит. Так, вот это провалимся. А нам открывать какие-то ходы. Какие-то то ли проходы от огня. Так вот, вышел, кажется. Так, кажется, мы спустились на первый этаж. Вот мы и выбрались наружу, так сказать. Удивительно, что дом на нас не рухнул еще во время этого всего. Safe now. Вот так. Hey! Эй! Someone help her! Тим, помогите! Where is? Где же? Everyone. Все. Привет, Анимуша. Привет, товарищ. Всем привет. В общем-то. Всем приятного стрима. Ну, короче, вот вытащили девчонку. И вроде бы слышали полицию. Где я? Как-то еще можно назвать классическим ориджин. Но не знаю. Не знаю. Silent Hill. Silent Hill. Я уже давно играл. Что ночью произошло? Эта девочка. Did she make it? Она выжила? They would have taken her to the hospital. Они должны были отвезти ее в больницу. Coon Street. I need to see if she's нужно okay. Ее проверить. Химерия хоспитал. Как ему рубит? Да нормально. Все отлично. Так, вот наша карта. Welcome to Silent Hill. Добро пожаловать в тихие холмы. Так. Ну, куча всяких дорог, окрестностей. В общем, нужно идти в больницу. Мы, кстати, рядом. Так, это у нас полное меню. Выбор оружия крепкого. Это карта города. У меня уже есть одна такая. Хорошо, что у нас есть карта. Так, мы, получается, здесь проснулись. Как мы тут окочерыжились, я вообще не понимаю. Давайте пойдем, что ли, в больницу. Вот, товарищи, вам Silent Hill.
Слушайте, ну прям тот же Silent Hill, что был в первой части. По своему виду, только есть получше графон, конечно, соответственно. Ага, и также, смотрите, все разрушено. В первом оригинале. Нехило тут все обвалено. Закрыто. В общем, здесь делать нечего. Идемте что ли в больницу. Так, разбитые окна. Говорит о том, что здесь не, что-то не в порядке. Я привезла скорая помощь. Скорая помощь. Как мы видим, ничего тут нету, никого тоже, ни людей, никого вообще. Химерия, больница. Какую сложность вы, товарищ? А, Буба, все сложность. Я что-то проглядел, пока говорили с Юмичем Халтыриным, но не мылись. А тут не было уровня сложности, тут выбралось как выбралось, на самом деле. Так, Кока-Кола. Типа Кока-Кола. Так, телевизор не работающий. У меня есть карта больницы. Обе. Ага. Больница Химерия. Здесь мы находимся. Ну, в принципе, я что-то помню по памяти с первого часа Михила. Ремонт на втором и третьем этажах больницы проводится ремонт, поэтому для пациентов и нет персонала, они закрыты. Ремонт будет продолжаться, и руководство больницы благодарит вас за понимание. Окончание ремонта запланировано через 6 месяцев. Третий этаж планируется полностью переделать. Таким образом, мы сможем разместить пациентов вдвое больше и создать для них комфортные условия. Здесь в Алькмии качество проводимого нами лечения для нас очень важно, и мы постараемся не разочаровать вас. Доктор Филлипс, глава совета докторов Алькмии. Понятно. Прям как у меня сейчас. Ремонт дома. Планирую третий этаж, чтобы больше народу было. Так. Вроде никого нету. Давайте-ка осмотримся. А, вот можно сохраниться. Сохраняемся. Сохранено. Так, что тут еще интересного есть? Мне некому звонить. Вроде пусто, никого нету. Закрыто. Так, закрыто. Давно уже проходил эту часть всего один раз, так что не помню, что тут со сложностями. А тут их и нету, по-моему. Так, здесь вроде ничего нету, никого тоже. Куча дверей, конечно же. Что характерно для Silent Hill. Сломан замок, дверь не откроется. Дверь закрыта. Закрыто с обратной стороны. Понятно. Что, нас ведут куда-то? Ну, замок сломан, дверь не открывается. Я не могу уйти, пока не узнаю, что случилось с девочкой. Само собой, не уйдем никуда. Закрыт. Дверь чем-то завалена, не открывается. А, музончик пошел. Дверь закрыта.
Как мы видим, никого нет вообще в больнице. Эй, вы доктор. Что случилось? Сегодня ночью был пожар, пострадала девочка. Она здесь? Девочка. Нет, тут у нас не было новых пациентов. А что с ней? Она вся обгорела. Ее родственник. Как ее зовут? Я не знаю. Я спас ее в этом пожаре. Она должна быть здесь. А здесь есть еще одна больница. Простите, приемные вам помогут. Мне нужно идти. До свидания. Мистер Андерсон. Прям на этого похож. Кто смотрел, вместе на эту матрицу. В очках там был. Ты же его звали. Не Нео, а другой. Помню, как тут краб обуждал. Ну, я не видел это прохождение. Так, вызвали лифт. Так, возвращаемся. Я вообще-то еще не все проверил. Так, кстати, ребят, чем занимались вообще, что делали целый день? Кто чем занимался, что видел? Прикольный персонаж, мне он всегда нравился. Мучка прикольный, играть всегда, как он в кадре, сейчас в первой части, что тут. Понятно, тут с другой стороны. Короче, закрыто, нам нужно в лифт идти. Грязные полотенца, кто мог оставить их здесь? Так, давайте на нулевой спустимся, что ли. Вот у нас холодно сегодня, согреваюсь, чай. Приятного анимуша, у нас тоже, кстати, холодрыга полная. Так, их походу не едет на этот этаж. Лифт первый. Так, я случайно вышел из лифта. Так, сейчас, один момент, как у меня там трансляция идет. Ага, качество хорошее, вроде бы нормально все. Ну и все, все пучком. Так, давайте на вторую поднимемся. Так, а тут что происходит? Чуть не понял, что тут темнота. Начинается, короче, опять баги эмулятора. Идите его налево. Так, один момент, товарищи. Буквально один момент. Куда, блин, не залезть вечно, то еще какая-нибудь хрень не будет работать правильно. Да, попробуем другой просто плагин. Так. По-моему, вот так, конечно, не очень хорошо тоже. Может, вот это поможет. Тоже не очень. То же самое. Тоже не помогло. Так, что же тут не так-то может быть? Давайте оставим этот плагин пока что. Конечно, парочку текстур будет не разукрашенными, но хрен с ним. Главное, что видно хотя бы, куда можно идти. Так, вот дверь. Yes. Мисс. Так, один момент, товарищи. Один момент. Ставим тот же, который был плагин. Так. Блин, короче, что-то с плагинами конкретно. Ну, давайте поставим тот, который был. В софтвере, по-моему, был. Что? Так, у нас напал какой-то чёрный. Есть, попал. Так.
уж нехило тут враги обитают. Так, карта, где мы еще находимся? Что-то палатка. Это баррикада. Закончился кошмар, по-моему. Так, и медицинские записи, тропические болезни, детские витамины, пулевые ранения. Так, что здесь? Здесь все в крови, видимо, она еще свежая. Ящик для медикаментов, полно всяких бутылочек. Медицинские карты, я в них не разбираюсь. Производительный диагноз. Ожог третьей степени. Пациент без сознания. Внутренние органы не повреждены. Слой кожного эпидермиса поврежден. Недуг кровеносных сосудов. Как такое возможно? Загадка. ОГГ на обоих загрузках. Заругался стоп-трансляция. До свидания, ГГ, привет, Ютуб. Да, ГГ, конечно, вообще что-то говорит по-страшному. На экран ничего нет. Так, давайте для интереса я поставлю еще какой-нибудь плагин. Или хотя бы верну просто тот, который был. Понятно. Какая-то хрень лично происходит. Так, вообще ни хрена не видно. Хотя, по-моему, плагин был изначально, если не ошибаюсь. А, ну теперь вообще ни хрена не видно толком персонажа, как мы видим. Кстати, ты хотел как-то теки начать стримить с первой части начала? Да, было такое на самом деле. Так, настройки плагина. Может OpenGL попробовать еще. Ну, так вообще хуже. И так тоже не очень. И так тоже не очень. Поставим хотя бы, не знаю, вот этот. Вообще в конец графика попортилось. После MK Trilogy. Да, я помню. Я хотел начать. Начнем. OpenGL, CloudWire. Блин. Ох, эти плагины. Самое прикольное, только что работало все. Теперь модельку не видно персонажа, вообще прикольно. Ладно, сейчас мы выйдем. Сейчас во все части можно сыграть на эмуляторах, шестую на эмуле PSP. Но это да. Сейчас чего только нету. А вот, нормально. Все заработало. Что еще за отпечаток? Тут мне это не нравится. Давайте-ка мы свалим с этой комнаты. Не могу уйти, что же случилось с зеркалом. Ладно. Любопытство нас погубит, это точно. Эта девочка что пострадала в пожаре. Вы откуда?
Много всего вижу. Это неправильно. Ну, типа мы в альтернативную реальность прибыли, как я понял. Даже не посмотрел, что он так убрал-то. Так, что у нас вообще есть? Кувалда какая-то. Кувалда. Длинная тяжелая кувалда. Эта вещь может нанести вред. Так, фонарик. Благодаря работе я провел много времени в дороге. Иначе, если что-то случается, эта штука становится очень полезной. Радио включить. Полезная вещь. Музыка помогает согнать тоску. Моя счастливая четверть. У меня была такая, когда я был ребенком с того времени, как умерли мои родители, это что-то вроде амулета. На нем что-то написано, похоже на 61. Пластиковые легкие это пластиковый орган модели легких человека. Странно, что они вообще, конечно, делают эти легкие. У меня есть скальпель. Так, дали скальпель какой-то. Так, и давайте сейчас проверим еще на один момент. Мне просто это интересно. Может, сейчас прекратились глюки и сделаем нормальный видеофайл. Мне просто интересно. Понятно. Не все так просто. Почему-то именно Silent Hill такая фигня. Плохо стало. Поставим, короче, какой был. Вот такой. Сейчас мы, конечно, выйдем отсюда. У меня есть микстура. Началась товарищи альтернативная реальность. Чем-то завали не открывается. То же самое. Смотрим палатку.
есть портативный ТВ. И будем смотреть телевизор время от времени. Так, а вот у нас что? По-моему, сердце, судя по звуку. Что-то написано. Мое сердце тревожит меня своим дрожанием. До этого времени я просто ложил его в лед и закрывал. Помню три прекрасные вещи, которые заставляют его биться. Это ключ, возврат перед красотой. Это медицинский холодильник с замком взглянуть, да. Ага, код. А кода я, конечно, не знаю. Тизом по кумпол. Как шлепнем по кумпу врага. У меня есть капельник. Так, какой еще капельник? Что мы там нашли? Какой-то капельник. Микстура есть. Изучить. Микстура. Этот напиток содержит смесь витаминов и трав. Хорошо утоляет боль. Скальпель. Изучить. Хирургический скальпель, короткий и очень острый. Портативный ТВ изучить. Тяжелый портативный ТВ, не такой уж портативный, без розетки. Капельник. Капельник, используемый в госпиталях, но очень тяжелый. Как оружие можно использовать. Использовал, чтобы сдержать ее силу. Никто не поможет ей. Одно из пяти. Спрячьте их, защищайте их. Понятно. Мы сегодня ничего не думаешь. Так, как мы видим, попали в какую-то другую реальность, как и первым Silent Hill, который был на PlayStation 1. Монстр опять. Дверь закрыта. Так, остается нам, получается, идти сюда вниз. А, кувалда сломалась. Набьем сейчас морду. Сейчас сломали медсестру полностью. А ведь есть решение проблем медленной работы и багов с текстурами. Ну это есть, да. Только где это искать? Кажется, еще одна кувалда. Кувалду я оставлю, возьму вот это, буду ходить с этим. Так, микстурки нашли. Лишь бита шучу, у меня спросить, например. Да нет, Буба, там просто, ну, тут все далеко не от эмулятора зависит тоже. И от железа зависит тоже от компьютера, что как работает. Так, здесь вроде ничего нет.
спустились типа на первый этаж. На пол лежит маска смерти, под ней лежит пластина с надписью, даже слепой нуждается в глазах сны, если он желает увидеть будущее. Так, интересно. А еще лучшие процессы, и я попробовал дебагить кто-нибудь типа дома вестницкого способа. Ну, потом решим тогда уже. Так, у меня есть бутылка алкоголя. Чего там бутылка алкоголя? Что-то завалено. Есть овальное углубление, под ним находится пластина с надписью, даже в этом аду яростного пламени я видел рождение новой жизни. Я, кажется, понял. Надо поставить этот яйцо. Зато это теплое яйцо имеет маслянистый блеск. Я использую золотое яйцо. Мы еще вернемся, я могу зайти сразу туда. Сейчас глянем на карте. Давайте зайдем. Я понял, этот туалет. Так, что у нас тут такое? Крышка бочка ослаблена, снять ее, да. Это туалет, да. У меня есть пластиковая печень. Не знаю для чего нам, конечно, но дайте что-то собрать. Чего интересного, просто туалет. А, вот, кстати, зеркало, между прочим. Возникли проблемы с занятиями по анатомии. Вытаскивать органы намного легче, чем высовывать их наружу. Просто запомните эту мнемонию. Внутри Стиви маленький Генри сидит. Стмагеси. Что это значит, интересно? Пароль какой-то, что ли? Тут ничего нету больше. Так, переправимся на другую сторону. Так сказать, нормально в реальности. Кто-то написал это на дверях. Написано Эми 31. Хочешь двигать, никого нет. Ступка вещей для чистки, но похоже, что здесь давно не занимались уборкой. Так, вот я вижу тут какую-то микстуру. Больше ничего нету полезного. А, вот ключ нашли. Так, стоп, что тут так убирать-то? Ключ от ординаторской, маленький ключ.
теперь открыто. Правда, мы там еще не все смотрели с одной стороны. Давайте-ка вернемся. Скапельница ходит такой весь из себя. Да, скапельница такой весь крутой себя ходит сейчас кому-то. Забабахай как капельницей. Давайте пока кочурушки. Давайте-ка здесь посмотрим. А, ну все, здесь сумма, здесь уже не выйти. Еще нужно возвращаться в реальность. Так, на выход заходим. Сейчас он кому-нибудь запиндорит капельницы. Вот мы снова в нормальной больнице. Дверь закрыта, у нас есть, кажется, ключик. От ординаторской. Закрыто. Сюда можно ключ применить? Здесь нельзя. Значит, где-то здесь. Так, это что за дверь? Это, покажется, выход был, насколько я помню. Так, а тут что у нас? А, вот, вы используете ключ от ординаторской. Отлично. Сейчас узнаем, что это за тайна. Так, энергетический напиток взяли мне. Давайте-ка глянем. Напиток кофеин. Изучить. Напиток с кофеином, я иногда пью это в дороге, бодрит. Старые учебники и журналы, это мне точно не нужно. Явно должно быть что-то полезное. Кто-то написал на стене, написано Люси 23. Так, 3123 это код. 3123. Так, 3123. Это, наверное, код от сердца, как я понял. Супер совет тебе, не включай фонарь без дела. Он тормозит твой компик только в случае необходимости. Ну, я согласен, на самом деле. Давай тогда выключим его. Так. У меня есть тостер. Господи, а тостер там зачем? О, ключ. У меня есть ключ от комнаты обследования. Спасибо, Буба, за совет. Так, а тут что такое? Строительство. Как вам известно, при обновлении верхних этажей возникли проблемы. Течи из водопровода, некачественные материалы заставили нас закрыть третий этаж. Пока мы не выйдем из этого положения, нам ум приходит такая пословица. Скупой платит дважды. Теперь ремонт будет длиться 6 месяцев, что не дает нам возможность работать на полную силу. Мы должны урезать наши расходы на содержание, на уход за пациентами на 50%, поэтому мы просим наших врачей прописывать больше домашнего лечения, в больницу класть только в смертельных случаях и не в каком другом случае персоналу. Не переживайте, персонал будет работать как и раньше, наш бюджет рассчитывается только внутри больницы. Всем встретимся в баре Анны в 8 часов вечера в пятницу. Алкоголь медицинский конечный и еда будет бесплатной. Медсестра ограниченное число, спешите. Второй совет, бомба совет. Нажми клавишу F9 в реальном мире, желательно на улице. И снова F9 в полустороннем мире.
Спасибо. Нажму как-нибудь. Так. Понятно, у нас есть ключ какой-то еще один. Дверь закрыта. Тоже заперто. Нажми, не стесняйся сейчас. Ты уверен? Ничего тут не слетит сейчас у меня. Ну смотри. А, спасибо, Google. Только чем на меду? Почему так все правильно заработало как следует? На улице еще в реальном мире помещение нажать. Окей, понял. Так это с обратной стороны. Ну, графон стал лучше, счетчик теперь. Все. Так, нужно вернуться в ту реальность за сердцем. Круто, теперь видишь, тут сменилась опять локация. Допустим, нажму еще раз. Как вернешься в потусторонний мир, снова нажимай и вернись так по кругу. Охрененно просто придумали. Если поменять плагин, ну, удобно, конечно. Ладно, попробуем просто сейчас зайти вот так. Ну, будем так пробовать. А что делать? Так гораздо проще, конечно. Так, у нас есть ключ, который куда будет с другой реальности. Так, опять что за место? Здесь ни хрена не видно. F9 нажму, когда интересно. Ага, понятно. Ставим как было вот так. Так, введем пароль. 3-1. Было 3-1. 2-3. Все вроде. Что-то не сработало. Я же тебе сказал, где только в реальном мире, а потом в стороне при переходах. Ну, понял, понял. Я просто решил попробовать. Так, 3-1. 3-1. 2-3. Ни хрена не работает. Может быть наоборот. 2-3.
3-1. Чего неправильно тут. Так, 3-1, 3-1, вот и выкоп. 3-1, 2-3, может быть. Как-то наоборот. Во, задрот-то, ущел какой. Привет, мышка, привет. Еще бы задрот, целый день тут задрочу с этим ремонтом. Потом ночью стримлю. Че, бы его побрал, ты ремонт. 3-1, 2-3. 3-1, 2-3. Ладно, хрен с кодом. Нужно, короче, пойти в другое место. И, как говорится, там же у нас еще ключ есть от другой двери какой-нибудь. Я только приехала. Ну да, ты говоришь, у тебя работа. Работяжка-то наша. Шоу-то наш. Будем открыть двери. Дверь закрыта. Тут у нас, кстати, Silent Hill Origins. Еще одна дверь осталась. Уж не открывается. Соум. А еще какое? Просто нереально соум. Слово. Так. Может, это дверь? Нет, по-моему. Я читать умею, что за игра. Вот ты моя умница, читать она умеет. Ну, мало ли, может быть, не заметила. Просто решил подкрепить ваше зрение, товарищ муж. Так не обижайтесь, если я ваш, задел ваше зрение как-то. Так, идем сейчас направо, наверное. Посмотреть. Так, сорти, по-моему, вряд ли что-то будет. А вот здесь интересно. Нихрена. Это хренище двери. Закрыто. А чем же ключ? Давайте глянем, на чем у меня ключ. Так, у меня тут печенка, легкие. Ключ функции на все обследование. Обследование. Это же нам может быть вот здесь, может быть. А тут что за дверь? Это вообще очково тут ходить, конечно. Так тут нам на пути две сестрички. Драли задницу. Стойте, подождите-ка. А, подождите, я сейчас понял. Давайте-ка мы отправимся в ту реальность. Может, здесь что найдем? Вот здесь должна быть комната. Посмотрим. Ну как, мышка, у тебя хоть дела, как рабочий день, как вообще жизнь молодая. О, вот эта дохлая тетка, которая у нас тут пыталась нам клизму сделать. Так, комната обследования, давайте-ка посмотрим, где она может быть. А, комната обследования. Ага. Ага. Так. Может, повыше подняться нужно? Я тут думаю. Давайте повыше поднимемся. Работал норм, устал только, но работа она такая, выматывает все силы. Так что я тебя прекрасно понимаю. Ну, главное сейчас дома, хоть и поздно. У меня сейчас на стриме, что радует. Второй этаж. А, это и есть второй этаж. Черт, подождите, а первый-то этаж есть тоже. Давайте на первый спустимся.
Ну и как хоть там на работе там мозги никто не колупасил, мышонок. Между там ровно хоть не прошел без всяких инцидентов. Так. Вот здесь должна быть комната. Сейчас на карте глянем. Так, док директор офис, kitchen, staff room, conference room. Ага. Может conference? Conference room. Зайдем, проверим сейчас все двери. Все нормально, я лучше сотрудник. Ох, кто бы мог сомневаться? Ну, ты, конечно, у нас лучший сотрудник, да, мышка. Кто может быть лучше тебя? Только ты. Только ты. Ты best of the best. Вообще на сборе денег. Вот поэтому, видишь, ценят тебя на работе. Держат по максимуму. А платят мало, ну ценят. Так, слушай, а что ты за пароль-то? Что-то я не понял. 23 написано. Второй этаж, плюс. Я вообще что-то меня тут мутит, эта игра. Дверь закрыта, мать этой двери. Ладно, пойдем в другое место. Может, kitchen? Нет, не kitchen, точно. Ну, получается вот здесь. Ну-ка. Вот это, наверное. Черт, тоже не это. Да что ж такое? Что ж такое, а? Не хотят нас пускать никуда. Чертова игра над нами издевается. Тут закрыто. Даже сортир не пускают. Так, а тут что у нас такое? У нас есть ключ, вот куда его юзануть? Хороший вопрос был бы. А что такое-то? А, это мусор. Так, здесь ничего такого нету интересного. Идемте вот сюда. А, вот, использую ключ от экзаменторской. Заходим, что ли? О! Забудь, что в Silent Hill волнами обозначают поломанные двери, а красным закрытые. Ну, и стрелочки закрытые. Да-да-да, я помню, просто у меня немножко кукушка не работает нормально под ночью. Так, это пластмассовая анатомическая кукла с опавшими частями тела. Взглянуть, да. О, сейчас будем вставлять легкие. Печеночка. Наша побитая печенка от тяжелой жизни. Как тут краб кричал, когда решил мозг шибита шалить на ночь глядя. Просто все органы. Что же он так кричал-то? Что он тут увидел такого? Плохого. У меня есть пластиковый кишечник. Господи. Что-то кишки тут собираем. У меня есть пластиковый желудок. У нас только сердца не хватает, кстати говоря. И главное, код есть, но он почему-то не работает. На стене находится светильник. Включить, да. Вот оно че. Вот оно че, мать твою. Кто-то написал рентгеновские лучи. Написано Сара 19. Твою. Там походу шестизначный код. Сейчас, товарищи, ручку достану. Достал ручку своей большой темной пещеры. Да, 19. Походу я, наверное, не весь код вел, поэтому стревалити у меня было. Поставлю. Пластиковые же. А, не работает. Почему? Что имеешь, что губы не работает? Так, что там у нас? Что-то написано. Опять какая-то писанина. Всему персоналу запрещено входить в мой кабинет без приглашения. Доктор Кафман. Какой злой доктор.
У меня есть пишущая машинка. Так, это здорово, что у нас есть пишущая машинка, конечно. Медицинские книги, ничего необычного здесь не наблюдается. О, еще один. Бутылка алкоголя. Сейчас бухнем. Я вообще все по барабану. Длинный проем заблокирован, я не могу пройти дальше. Блин, у нас кувалда есть, можем разломать этот проем, по идее. Я вообще не понимаю, почему так нельзя сделать. Так, давайте вставим. На месте, а еще один орган дороги. Че? Так. Заколотали досками. Да сволочи, все заколотали досками. Не дают пройти нормальным людям. Все понятно. Я понял. Печенку вытаскиваем. Кидрень фини. Вставляем желудок. Вот так, потом кишки на место. Это киборги заколотили, ага, киборги. Черт, желудок тоже не ставить. А теперь нужно желудок ставить. И печенку, соответственно. Осталось сердце только. Осталось сердце, я знаю, где добыть сердце. Тоже закрыто. Ладно, идемте туда. До сердца у нас теперь есть полный код. Заставляют нас побегать. Ну что, погнали. На второй этаж. Сейчас мы приедем. Так, будет. О, смотрите, сейчас нормально вроде бы, да? Ничего не глючит. Хрен поймешь иногда вот эту хрень с эмулятором. Ну все, я иду. Я иду. Я иду, да, уж я иду. Я иду играть с задницей. Сейчас в эту сторону нахуй. Значит, в эту сторону. Я иду играть с задницей. Все тут понятно, ребята, просто кто-то делает. Да, конечно, кстати, понятно. Но все непонятно. Все равно видишь, что тормозит. Это не идеальная работа, ребята. Так, и соответственно наш пароль 3123 19. И вообще языческий. Вот, собственно говоря, есть сердце. У меня есть пластиковое сердце. Больше ничего нету. Больше ничего нету. Так. Проснулись. Будем.
со всеми сражаться не будем, конечно же. Так, а что же сейчас выйдет, если анимуш у нас там запугал чем-то, говоря, что там краб чего-то испугался, когда проходил это место. Что же там такое было? Сейчас будет интересно глянуть. Чем же нас так напугают? Кто-то в старый пластиковый орган. Да, что же он там такой испугался-то? Вот в чем вопрос. Мы сейчас это увидим. Мы сейчас это увидим, лицезреем. И также, наверное, испугаемся. Так, вставляем сердце, ну и соответственно легкие. А, ну понятно, глаза круга открылись, все органы были возвращены в круг. Не знаю, что тут можно было испугаться, конечно. А что в итоге мы сделаем? Глаза открылись, и в этот момент краб... в этом... Это понятно. Краб немножко трусишка, так что... Это нормально. Он всего боится. Неизведанного. Так, а что в итоге? Что это нам дало вообще? Это вообще не вопрос. Свои записи. Ну я гляну обязательно. Надо посмотреть вообще. Я не понял, что это нам дало вообще. Что-то мы вставили, заиграла музыка. Как-то непонятно немного, что происходит вообще в этом городе. Говорит Буба. Что происходит в этом городе? Спуститься.
что эта дверь не открылась, да? Ах ты! Ссадил нас скальпель. Мы там все сделали, значит что-то другое открылось. Блин, что же мы упустили-то, я что-то не пойму. Заходим сюда. Может, что-то в комнатах надо найти. Дверь закрыта. Вроде тоже ничего нету. Может, здесь что-то есть? Здесь мы нашли сердце, я помню. Что-то непонятно, Явно должна быть какая-то подсказка. Здесь точно все закрыто. Кстати, закрыт. Подождите, а что у нас вообще есть в меню? Ваше мнение вообще об этом, куда вообще пойти, что нужно сделать. Кажется, надо вниз пойти.
Точно мы что-то упустили. Что в сортире нету. Вы вынуждаете вас тыкнуть носом в истину. Какая же истина, товарищ? Какую же истину мне нужно ткнуть носом? Какую вы знаете истину, мистер Андерсон? Поделитесь с нами, мистер Андерсон. Да. Вообще нахрен выйти из этой больницы? Да, конечно, надо же девочку узнать, как она там поживает среди этого дурдома. Может, сюда вообще нужно? Дверь закрыта. Ладно. Чёрт, замки. Понял. Как же я не догадался? Я совсем забыл. Как тут поймешь, товарищ Гугл? А, нет, это неправильно. А что делать-то, ё-моё? Чего-то я не понял. Не, ну хорошо, логически, Буба. Мы поставили органы в какую-то куклу, у нее открылись глаза, заиграла музыка, и что дальше? Как бы непонятно вообще, если честно. Что мы вообще, зачем это сделали, я даже сам не понимаю. Ё-моё, ну да, так же бывает. Вот эти тоже не пашут. Второй, не знаю, тоже, наверное, не пашет. Если только второй не открылся, там что-то на втором, ну минимум на втором этаже. Допустим. Что-то, по-моему, просто круги наяриваем. Что же я упускаю, блин? Что непонятное, невиданное. Вы, товарищ, побегаете. Так, я не успел прочитать. Рыбка золотая, я на скрипным полничками мигает память из твоей. Да, есть такое дело. Что-то я вообще не влюбился. Что будет сделать? Так. Смотрим внимательно. Что мы упустили? Третий этаж не работает. Что-то там вот только говорили.
Может быть, через второй как-то надо попасть. Гаража. О, я вообще не понимаю, что открыться могу. Серьезно. Вот мы ставили, что открылось. Понятно. Публикую еще немного промедан за дядями, если мы зашибит. Угу. Поизучай, поизучай, думаю, тебе будет полезно. Вот смотри, вот мы тут ставили, да, вроде бы. А смысл этого всего вообще? Зачем это делать? Что же подготовлено? Я сам в шоке. Чего? Глаза надо было взять, что ли? А, ну все понятно, типа ключ. Ай, ну тот мог так сразу допилить. Пара стеклянных глаз. Ой, блин, вот вечно вот так. Все самое простое может казаться вообще в другом смысле. Истина для кунвилы, пух открыть двое глаза, широк, мозг шибит. Да я, блин, не связал просто головоломку, я не тупил, да, бывает. Тупанул. Мозг шибит, точно мне уже скоро надо будет выносить и ставить новый. Уже вынеска, так сказать. Короче, понятно. Ну, хоть догадался, а то просто тыкнул. Блин, это просто что-то с чем-то. Там игра даже намекнула на двери, мне нужны глаза крупным текстом. Ну, блин, я не допер, что нужно глаза оттуда было брать. Просто не допер, я не понял просто смысл. Вот поэтому. Играет рыбкам везет. Да, рыбкам часто везет. Это правда. Не зря говорят. Да, как там трансляция-то поживает? Качество хорошее. Задницу. Ай, я моя. Значит, моего мозга на канал золотые руки. Короче, до смайлов еще далеко будет.
Наконец открылись глаза, отсутствуют. Какой монстр мог сделать такое? У меня есть скальпель. По-моему, зря сюда зашел. Черт, там он был еще посмотреть. Что за хрень? Догнал, что нужно мне кинуть. Только не соскать при этом, так не стоит тяжелый стеклопус. На нафиг, по башке прям залупил. Еще что-нибудь. На тащи по башке. Вот он, как бегает слезь с меня, ты кусок дерьма. Да блин. Подожди, я тебя устрою. Вот подлюка, а. Сейчас тебя устрою. Чё этого хрень? Да, чё, прикалываетесь что ли? Нажал уже, блин. Ах ты. Чёрт, хреново мне. Очень хреново. У меня ещё этот пропал. На тебе по башке. Да. Блин, меня сейчас ликвидирует. Да твою... Так и знал, блин, чтоб тебя... Круто просто, охренено. Game over. Блин, даже не сохранился. Все сначала. Супер, что сказать. Я его почти добил, так падал, меня убило. Где я хоть остановился? С самого начала. Ой, блин, надо было сохраниться. Да. Хреново, короче говоря. Обалденно. Сейчас всю больницу заново надо обследовать. Мы тут как только зашли, тут сохранились. Просто полтора часа в задницу ушли. В том смысле слова. Да, просто эпик. Сдох вообще просто по-дебильному. Вот вечно вот так. Просто там не так подойду, то не так ударю, блин. То это хрень накинется. Ладно, хрень с ним. Сейчас быстрее, может, все сделаем. Хрень просто. А почему именно вот в такой момент должен погибнуть, как не сохранюсь? Так сразу.
Ладно, тут-то по идее делать на 5 минут все. Можно и пробежать как бы всех. Вообще не обязательно с кем сражаться. 2 часа просто бегают тупо. Тем более там можно сразу код ввести, я уже записал его. Это вообще облегчает нам задачу. Да, этих ты, да я уже понял, о чем ты вспомнил. Так, ладно, короче, просто проверяем. Где не финик, туда куда нужно. Сейчас у нас все закрыто будет. Это пропускаем. Да, пропустить. Надо же было так мухнуться, а. Еще так падло меня тут обливал, как мазол. Так. Я рад Богу, что я тебя развеселил. Не, ну значит, это такое свинство, ладно, со стороны игры, ну просто взять, так убить. Короче, пропускаем. Просто пройдем и все, господи, тут делать на 5 минут все можно. Вообще реально на 5 минут. Все файлы читали, читать не будем. Нет, ну надо было так гуфнуться, но это просто такой мега эпика. Я его главное еще завалил, а он потом еще встал, оказывается. Это кусок дерьма. Так. Я думаю, да, вообще было жестко было. Да херня, я так глупился миллион раз, господи, всякое бывает. Так, давай-ка еще раз что-то пробежим. Конечно, непоколебим. Уничтожаем просто. Сейчас сразу здесь решим головоломку. Чё даже тыкать не надо по 10 раз. Так, 3-1.
2, 3, 1, 9. Все. Дичевский. Взяли сердце. По-моему, это еще ключ был. Мне кажется, но я на где-то был. Открыто. Карьер можно скачать. Карьер, что за игра? Карьер уже забыл. Закрыто. Открыли. Так, взяли ключи. Не закрыто. Ну, я потом посмотрю, я сейчас все равно не смогу посмотреть. Так, теперь... Чёртова игра. Так. Заходим. Так.
глаза и упали. Сейчас сохранюсь. Я люблю на максимум на 10 минут все. У меня есть отрывок будущего. Что это? Вы. Что это было? Это происходит. Thank you.
Are you okay? Вы в порядке? Sorry, did I startle you? Напугала. My name is Lisa. Меня зовут Лиза. I'm a trainee here. Are you waiting for someone? No. Нет, я просто. No, I'm just. Well. Все, мне пора. I'm done here. Name's Travis. Меня зовут Трэвис. Приятно познакомиться, nice to meet you, Lisa. You sure you're okay? То есть в порядке. You look a little shaken up. Sorry. No, it's okay. Нет, я в порядке. To be honest, честно говоря, я целый I've день не уважен себя чувствую. Прошлой ночью я попал в пожар, кажется, мои мозги немного расплавились. The fire in the business district? Так говорите, пожар в целом квартале? I heard это ужасно, about that. Я слышал пожар. No one knows how it got started. Кто не знает, от чего началось. And that poor girl, Alyssa Gillespie, to die like that. Вот так умереть. Alyssa? Алиса? She died? Она yes. умерла? Да. Sorry. Простите, you know вы не знали? No. Нет. But... Но. Never mind. Не имеет значения. I have to run. Не пора. Доктор Кауфман хочет встретиться со мной в Федеровом санатории. Он будет злой, если я опоздаю. Maybe see you around? Еще увидимся, правда? Take it easy, Travis. Ты ваш стенд. You too, Lisa. Ты тоже, Лиза. Это знакомая Лиза. Но это, в общем-то, медсестра. Так, а что в итоге-то? Мы опять проснулись. Все закрыто или открыто будет? Конечно, опять же, все закрыто. А тут... Блин, как маничил искать прям. Без заточки. Все закрыто. Тоже закрыто. Даже сортиры закрыты. А если человек приспичит? Мне за дверь, что ли, выломать? Тоже закрыто. Тоже закрыто. Все закрыто полностью. Все закрыто. Ну прям ни одну дверь не оставили. Закрытый. Я нажал кнопку, но лифт не поднялся. Короче, отключили, как я понял, больницу по всем параметрам. Ну ладно, хрен с ним. Просто выходим тогда отсюда. Дверь открыта. А вот мы и вышли из больницы. Наконец-то мы отсюда вышли. А, это внутренний дворик, кстати говоря. Вообще другое место. Так, что-то персонаж опять выдохся. Как раз мультфилька лежит. Шаги. Ох, блин, опять за хрень. Ну, пень. О, полицейская машина. Скорее тут у нас. Не даст его забыть. Опять этот козлина. Иди сюда ты. На тебе по башке. Ну, за тычку козы. Так, доходяга герой никто не напоминает. Да, конечно, напоминает. Мне уже много чего напоминает тут. Стурку взяли. Жалко, полицейскую машину нельзя проверить. Там наверняка была бы. Был бы пистолет. Кстати, полицейская машина такого образца 70-х годов. Вообще старая. Так.
стоит. Там что-то есть тоже. Нихрена себе тут разрушение. Охренеть, что так снесло все. Еще нет столько. Такое чувство, кого-то взяли кусок города, вырвали. Куда-то. Свет, бомба, нажми F9. Ты уверен? Это 5. Смотри у меня. Сейчас что-то не то будет. Я найду кого убить. Так, F9, раз. А, ну, спасибо. Короче, придется так на тебя нажимать. По-моему, закрыто. Подонки ходят, между прочим. Что он так быстро выдыхается-то, ё-моё? Это бутылка. Микстурка. Конечно. Все, ты мой, иди сюда. Иди сюда, козы. Мажу сейчас. Ну, падла. На тебе яйца. Если у тебя есть. Минус один. Закрыто. Зидан тоже оборвано все. Ну, чей-то дом тут есть. Машина стоит. Она, по-моему, не работает. Микстура. Зайти. Хрень там будет на мне. По-моему, кислота что-то типа того. Диски напиток. Так, смотрим на карту. Вот много чего тут оборвано уже, как мы видим. Застренный палок, несколько взяли. В общем, когда персонаж куда-то смотрит, начинает что-то видеть полезное. Машина тут у нас. Так свой персонаж. Да, мне кажется, открыто. Зашли. Опять 25. Ну так еще хоть более-менее играть можно.
Да, конечно, настроить это нормально. Низкий крюк нашли. Еще один кусок мяса. Чуть ни хрена фонарик тоже не светит, по-моему, опять крюк эмулятора. Походу место мясник Федор. Так, ладно. Где-то пришли за сосисками, а тут такое происходит. Так, кажется, я аптечку нашел. Тут у нас это ужасно, я приубил наполовину. Еще бы. Так, взяли нож мясника. Так, здесь двери есть, еще тут двери есть. Карта этой местности. Так, закрыто. В этом вышли. Это мы перешли через ту зону, я понял. По сюжету, если отсюда сумею выбраться, то значит туда. Все ясно. А, нам сюда и нужно, кстати. Все правильно. Удачно зашел. На удивление. Кстати, недоноски. Патрон для спортивного пистолета. Вот, ништяк. Вы еще пистолет дали бы? F9. Не забываем. Спасибо тебе, Буба, за F9. Огромное тебе спасибо. Выручил прям, я не знаю. Ну ты красава, конечно. Сейчас теперь у меня еще с того места начнется все, где я еще боссом, перед боссом сохранился. Охрененно просто. Супер просто. Ладно. Нахрена мне это в 9 нужен был? Да, это жесть, это офигенная жесть, прям как она в тему сейчас вообще была, это жесть. Просто обалденно. Не стоит так переключаться все-таки, потому что это нагрузка на
как сказать, эмулятор, и он же все равно эмулятор вещь такая нестабильная, может выбить при переключении. Теперь ты точно оживил, мой мозг шибита. F9 для увеличения производительности, а также для графики лучше. Так, блин, если меня не тянет ничего толком, так зачем мне это трогать лучше? Лучше, может, не стоит? Продолжение. Блин, опять с этим козлиной сажаться. Но это бол беды, это хрен с ним. Там еще же... Еще другая хрень. Надо опять будет лазить. Ну, сейчас тогда по-быстрому сделаю. Правда, столько там места лазит. Ой, ну нахрена нажать этот F9, блин. На свою голову. Чем нам не надо было? А проще всего просто было правильно настроить ему для этой игры. Точно. Да, конечно, проще было бы правильно настроить. Я бы на тебя посмотрел, как ты настроил бы его. Я и так тут сегодня возился 3-4 часа с этим эмулятором. Настроить сначала Silent Hill Shattered Memories, потом вот эту часть. Так что не надо мне тут заливать настроечки, товарищ. Блин, вот это сейчас делать, блин. Зачем вот этот? Нажал я. Слушай тут всяких нехороших людей. Ой, буба. Там вообще не нужен был F9, честно сказать. Там все и так было нормально. Что кто-то любит хорошую графику чересчур. Ладно, блин, какой-то неудачный, не знаю, стрим получается. Вот сейчас опять это гасить этого козлина. Только думаю избавиться от этой больницы. Надо было там сохраниться, конечно. В одном процессе походил и нажимаю 10, самое забавное, специально как обычно челлендж вышел. Не знаю там, что у кого выше, но я знаю то, что мне сейчас опять надо гаситься с этим хреном. И опять собирать эту кучу долбанного дерьма, которое там навалялось в городе. Мне не очень хочется опять это делать. Так. Идем, короче, опять гаситься уже в третий раз этой смочью. Настройку особо куда даже не сам покидит не сказать. Ну, что я могу сказать, ну, я за тебя счастлив. Мне сейчас опять кого пасить вот эту всю часть игры. Коктейльчик. Хорошо. Нет хода без добра кидается. Thank you.
Да какого хрена это падло на меня? Черт возьми. Я им предмет еще подзываю. Нет. Второй предмет потерял. Супер. А что тебе проводиться, блин? Почему это хоть дверь не открыта? Ищи теперь выход из этой больницы. Господи, боже мой. Почему тут нету простого выхода? Да хренища дверей каких-то. Кстати, когда я прошел игру без фонарика, практически мне дали награду очко. Очки ночного видения. Прикольно, с ним люблю играть. Что за игра хоть была? А? Буба. Хоть ты там игру рассказываешь. Ты ёб... Приперся обратно в эту же зону. Где этот долбанный выход? А, понятно, все, вот он. Вот двойное, блин, прохождение получилось. Вот это я же про нее в данный момент говорю без фонарика из-за нагрузки, наверное, понятно. Так, заново собираем все это дерьмо, которое тут раскидано по всей карте. Что ж ты такой доходяга? Ну, мое, ну блин, пробежал какую-то там часть. Не устажу у нас настолько. Так, ладно. Здесь посмотрели. Сейчас, блин, опять это все ходить смотрели, господи. Хотя бы дойдем до той мясницкой, там сохранимся и закончим сегодня. Потому что и так мы потратим лишнее время до хрена. Только не переживай, я тебе твоих. Учение помогу самолем, чтобы не выйти даже при своей. Я что-то в это не верю, Буба, ни хрена, потому что я все перепробовал.
и спидхаки, и всякую херню другую. Ничего не помогало. Так что, и мне кажется, вряд ли сможешь помочь в этом плане. Я, конечно, не против, да, можно попробовать, но я вот просто сильно сомневаюсь, что чем-то ты мне сможешь помочь в этом деле. Потому что я смотрел и настройки, и все это, и в интернете смотрел. Это без толку. Ты меня простишь, верно же? Простить, понять и простить тебя. Ты плохой человек, который мне сломал игру на ровном месте. Так, взяли микстуру. Ой, сейчас бегать по городу, конечно, боится. Серьезно, нажми в него основной производитель. А, да, производитель улучшится, прям взлетит производительность. Ну, пенится производительность, пусть и так и пойдет нормально, в принципе. Там супер попер улучшения какие-то как бы нужны, но раз не поддерживает эмулятор, то лучше не рисковать. О, дубинку нашел, давно пора. Используется для осуществления пациентов, она не причиняет серьезного вреда. Да, конечно, не причиняет. Еще как причиняет, как шлепнешь по башке, сразу, блин, дух выбит весь. Фон начнемся. Но я вот что-то не верю буду. Ну, давай попробуем, да, я не отрицаю, попробуем завтра. Я даже 10 рублей поставлю на то, что ты мне вряд ли поможешь с этим. Прям я уверен. Поломанное прохождение получилось, если честно, по всем параметрам. То эти баги, то, блин, гуфнулся, то, блин, еще этот F9. Вообще, конечно, жестец какой-то. А это мы что, пришли обратно, что ли? Так ты сейчас бы нажал в дикофон, чтобы стол. Ты издеваешься, Губа? Я же нажал при тебе-то. Он же гуфнулся, эмулятор. Ничего не нажимайте на этот пень. Да это не нужно сейчас. В принципе, сейчас все нормально. Уж большая сумма. Нет. Так, где этот выход? Где же этот вход был? Ну-ка, карта. А, ну понятно. Надо вниз идти. Я же много не стесняюсь, на ура работу. Да. Все на ура работает. У тебя все всегда на ура работает. Просто смотри, Буба, ты когда говоришь, что работает, у тебя все-таки компьютер другой и, соответственно, железо другое, у меня другое. Все работает, как у тебя, соответственно, не может. Ты же это прекрасно понимаешь. Как бы и учти, что когда, например, ты даешь советы, то, ну, ты, естественно, это понимаешь, то, что не все у меня, например, у кого-то другого может работать. Может кто-то сломаться обязательно, может что-то не заработать. Тут порой даже бывает не от эмулятора зависит, а от железа. Иногда. Так, это читал. Я работал все на ура, до этого ты же мог говорить очень часто, так что не стоит из-за этого раз договорить. Я тебя уверяю, это того, что переключаешься с одного раза на другой, эмулятор может заклинить, потому что идут процессы многие, которые работают в системе эмулятора.
Его может просто тупо заклинить, так сказать, из-за этого. Это вполне возможно, тем более ты сейчас это увидел. Скажем так, 60 на 40 процентов это возможно. Тут непонятно, вот сейчас вроде фонарик здесь работает. Это как-то то ли переходит, все сбивает, то ли что, непонятно вообще. Так, это взяли. Да вы профессор. Конечно, профессор. А вы как думали, товарищ? Нет, да что профессор, это все знают уже в наше время. Это я тут так свое мнение просто говорю. Все это знают, как бы, тем более кто сталкивается с эмуляторами. Так, давайте глянем эту катсцену. Я не знаю. Там уже потом сохранимся. Да что глядеть-то, мы-то смотрели уже. Пусть соберем то, что тут осталось. Короче, какой-то здоровяк я тут прихлопнул, как мы видели. Странно, что они своих, походу, не жалеют. Хотя как понять, кто для них свой? Наверное, только ихнего вида свой, скорее всего. Так, 3.12 уже на часах. Время неустанно летит. Так, ну самое главное у меня сейчас в задачах это закончить Silent Hill, вот этот, который мы начали. Ну это так, время от времени. Forbidden Siren тоже закончить, тоже время от времени. А так, в принципе, как закончится ремонт и, соответственно, и эти игры, я думаю, к концу ремонта уже успеет закончиться. Можно будет уже дальше продолжить, соответственно, наши заказы, потому что уже, как говорится, время тоже идет, люди ждут, конечно, я уверен в этом. Ну, товарищи, в общем-то, все будет, как закончим ремонт. У нас, наверное, еще ремонт максимум, ну, наверное, недельку будет длиться, скорее всего. В принципе, у нас уже сегодня кафе поставили на кухню. Правда, немножко неправильно там. Один цвет неправильно попался. Его в итоге поставили на пол. В итоге прилепили. Но, видать, мастер просто не заметил по запарке. Ну, да, короче, будет кусочек отлеплять там. Там где-то процентов 15 от по. И ставить другую пачку, которая, кстати, и осталась. Походу, нам какую-то неправильную пачку дали, наверное, при том, что мы... Ну, там видно было на упаковке, что там цвет бежевый. А оказалось, что это вообще другая плитка под цветовой гамме. Я не знаю, то ли это брак был, то засунули, то ли что. В общем, непонятно. Вот сейчас как сохранится, нажми F9 на улице просто для теста. Ок. Да без проблем, господи. Без проблем. Так, где этот треклятый выход? Допустим, здесь даже. Ну, это поменялось, знаете, поле чуть-чуть стало, конечно, значительно чуть-чуть. Но все бы это работало бы правильно, так это ни хрена не работает. Но все не сбивается. Вот видишь, графа лучше стало. Но это все стало, да, но опять-таки эмулятор-то может сбиться от этого. Это же от этого никто не застрахован. Эмулятор может в любой момент просто сбиться. Все это индейцы наступит потом. Накроется все медным тазом. Так что особо искать они, наверное, не станут в следующий раз. Только если совсем крайний случай, когда совсем жопа будет на экране твориться. Беспиксельная. Ящик какой-то нашел.
электронные палки. Если я положу руку к нас, то есть еще риска не будет. Да, конечно. Конечно. Ну, я, конечно, верю, буду верить в это, но я чуть сильно сомневаюсь буду. Сильно. Так, ладно. Я, конечно, верю в тебя буду. А, вот. Вот мы дошли, наконец. Я не знаю, стоит ли заходить до конца. Мне еще тут осмотреться. Ну, конечно, все по-умному будет. Хрен нас пропустит куда-нибудь. Заценишь мою мощь. Видел я твою мощь, от которой эмулятор крашится на ровном месте. Пардон, мне такая мощь пугает немного. Гаечный ключ нашли. Стул нашли. Ну, короче, все, выходим. Что мы нашли? Это все твой компьютер не доделан. Да конечно, компьютер не доделан. Компьютер у меня доделанный как раз таки. Это эмулятор недоделанный. По идее. Вы ошалели в 3 часа ночи такие стримы делать. Повуха. А что ж ты не спишь, товарищ? Ты все-таки тащишь это дерьмо, я угадал. Я угадал. Ох, блин, тут за мной тут тащится кто-то. Еще одно какое-то дерьмо. Че ж ты не спишь-то, повуха? Товарищ. 3 часа ночи вроде. За окном. Небо, звездочки. Вообще продлим на полчаса. Ну, увидим, что это как. Через паухи. Посмотрим, как пойдет. Я это уже собирался заканчивать. Ну, сейчас посмотрим. Еще минут 5 поиграю. Так. Я только приехал. Понятно. Ну, тогда понятно. Ну, постримить решил, просто думал, делать-то нечего было. Да, надо спать. Да, на самом деле надо спать, сейчас я уже заканчиваю. Буквально одна минутка. Давай бутылку. Сейчас буду спать, заканчивать, потом потащу немножко дерьма тяжелого. Те, кто смотрел City Fetcher, поймут, о чем я. А так, в общем-то, потом байкер. Почему эта гребаная игра глючит? Ну что не так с этой херой мантии? Ладно, оставим какие сохранится. Хоть предметы видны. Ладно, там окружение. А, вот сейчас заработало. Че это за хрень, вообще не понимаю. Это что-то с... то ли эмулятор, то ли еще непонятно. Вот эта книжка. Вышел бороду только я смотрю. И Серега только втянулся в это. Да. Вышивая борода. Это настоящий стимулятор, под который хочется фигачить и фигачить. Качалки. Лучше там потому, что тут проблемы с эмуляцией фонарей пусть сонного мира. Вот хрен его знает. Так, закрыто опять. Вечно потусторонние миры все ломают.
Так. Нужна помощь процессора, а не видеокарты. Видяха не понимает набора команд, которые нужны. Процессора, не видеокарты. Ну, как это устроить, только вот в чем вопрос. О, у меня также идет только в еще раз в 6 медленнее. Черт, я знаю, что-то вообще там конкретно полный. О, открыто. Ну ничего плохо, мы затащим это дерьмо. Какое бы оно тяжелое ни было. Мы настроим тебе эмулятор. Будем у тебя работать как часы потом. Но у нас как-то же работает. Хотя, может быть, это все-таки от компьютера зависит, мне кажется. Ну или от правильных настроек. Хрен, короче, поймешь. Картотеку взял, чтобы мы потом кого-нибудь. Ну чё, я доберусь до этого гумбля, еще будет как часики. Я надеюсь на самом деле, потому что я не знаю. О, какая-то кукла. О, пистолет, давно пора. Спортивный пистолет, блин, а я где-то от него патрон находил. Чё, какая-то кукла. Давно пора уже пистолет применить. Стоит, кстати, блин, а я за него патроны находил-то. Черт, это там лазить надо опять. Ладно, хранится. Ну, в любом случае, с горе пополам мы пройдем эту игру. Благо, таких прям серьезных багов тут нету. Спортивный пистолет в этой игре убожество. Нужно нормально, что будет дальше, и потом калашников и дробовик. А ты что думал? Не все так просто. Нас заставляют помучиться в этой игре. Так. Что же туда сделать-то? А у меня карты нету. Крутяк вообще. Без карты остался. Так, ну что, в общем-то сейчас мы сохранимся. Где-то должна быть сохранёнка. Или что-то подобие этого. Че, куда мы вообще приперлись? Я вообще не могу понять. Ни карты, ни хрена нету, ни черта нету. А вот карта. У меня есть карта санатория. Это санаторий. О, другое дело. Так, лобби есть тут. Короче, пойдем сохраняться сейчас мне, наверное. Карта санатория нашли. Это, короче, санаторий Silent Hill. Вырубить ты уже фонарики, без него можно играть. Да ладно. Всякие мелочи просмотреть, если что-то упустим. Тоже что-то валяется. Отчет о состоянии 3.12.160. Пациент, госпожа, возраст 34, лечащий врач доктор Гаррис. Заметки пациента продолжает испытывать сильные фантазии и опасный комплекс преследования на ее настроение может резко измениться от спокойного состояния до агрессивного, что привело к тому, что ее перевели в изолятор. Она проявляла особую жестокость во время визитов ее мужа, требуя, чтобы ей позволили повидаться со своим ребенком. Мы предпринимали предупредительный шаг и назначили госпоже Эполиниум для того, чтобы предотвратить приступы. Я не люблю давать пациентам успокоительное, но когда она агрессивна, становится опасна для себя, так и для мужа и персонала. Больницы. Что за госпожа такая? Опасная госпожа. Ой, прошу прощения. То ли ничего интересного. Что-то так резко похолодало вообще, честно сказать, товарищи. У меня ж прям руки мерзнут, как зимой. О, это та тетка. Может, это есть та госпожа? Вы были в огне. Я вас видел там. Конечно. Горел мой дом.
Моя дочь Алесса. You were the one who saved her. Yeah. Да, she она была вашей daughter? Дочерью. Why did you leave her? Ее? Why did no one почему help? Ты не помог? You all left that girl to burn. So we did. Верно. The world is stranger than you think. Думаете. You're crazy. What happened to her? Лиса сказала, что она dead. Погибла. Alessa is with those who care for позаботиться. Do not trust her, Travis. She does not know what делает. She is doing. How do you know my name? Известно мое имя. Hey, answer me. Отвечай мне. They're all crazy. Синий самоуме. Варежки на ней. Да, варежки. Сидим варежки надевать. Это более такое удобное. Так, солярием какой-то тут. Так. Короче, дайте мне сохранялку, я уже хочу закончить. Обычно, по-моему, сохранялка здесь как-то отмечается. Сюда нужно выйти. А, вот сохранялка. В общем, сейчас мы знаете как сделаем. Сейчас мы вот эти комнаты осмотрим, вот эти, и потом сохранимся. Просто интересно, что там в комнатах. Чё-то же санаторий здоровый вообще нереально. Замок не открывается. Это открывается. Так, взяли отвертку для колес. О, патроны. Отвертка. Патроны для спортивного пистолета. Еще один спортивного пистолета. У меня нет времени читать все это. Гора медицинских карточек неинтересна. Короче, это склад, складовая какая-то. Так, и последнюю комнату, вот эту, верхнюю. Идем сохраняться. Ну, понятно, закрыто, ладно. Пойдем сохраняться, уже заканчивать на сегодня. Я думаю, вполне достаточно, уже по четвертого. Мы бы сейчас не потеряли бы, наверное, час хотя бы из всего этого. Если бы не гуфа 2. Один эмуляторский, один в игре. Но бывает. Но мы сегодня неплохо продвинулись, как мы видим. Уже дошли до какого-то санатория в Silent Hill. Так, вот эту хрень можно вообще использовать. Нельзя, ладно. Ну, вроде бы все. Ну, все, товарищи, в общем, всем спасибо, кто смотрел. Желаю всем спокойной ночи. В общем, ребята, завтра продолжим, наверное, Silent Hill проходить дальше. И, ну, и Forbidden Siren немножко. В общем, как время у меня будет. Будем мутить какие-то стримчанские время от времени от ремонта. И, в принципе, еще, как я уже говорил, у меня осталось где-то неделька, может быть, меньше от ремонта. Там уже недолго осталось, я думаю. Практически осталось наклеить обои. Кафель уже положили на кухню, наклеить обои и пару мелочей уже там, люстры, розетки и, соответственно, что еще? Ну, еще парочку мелочей, практически все будет готово. Короче говоря, 5 дней или, может быть, недельку все будет еще длиться. Так что, товарищи, увидимся с вами завтра. Всем спокойной ночи. Пауха пока, Бубич пока, Химелок пока. Всем-всем-всем пока, друзья, кто смотрел. Всем спасибо за время. До завтра. Пока-пока.